каждой подпиской на канал мир становится добрее. Подпишись. Майнер с вами, всем привет, и сегодня у нас анимация с канала «Знакомьтесь, Боб», и называется видосик «Боб на необитаемом острове». Окей, погнали. Знакомьтесь, наш любимый Боб. Здорово, Боб. И сегодня он отдохнет от экспериментов в райском местечке. Наконец-то, отдых. На необитаемом острове посреди океана. Классно. Успокойся, Боб, не надо поддаваться эмоциям. Отдохнул. Когда ты будешь умирать от голода и жажды, тогда можно впадать в панику. Но чтобы не оказаться в такой плачевной ситуации, нужно действовать. Прежде всего, Бобу понадобится вода, без которой в жару он не сможет ее пить. Дольше пяти дней. Она соленая. К сожалению, пить морскую воду нельзя. Ведь в одном литре содержится 35 грамм соли. Дневная доза для человека. При такой дозировке уже через 7 дней почки перестанут справляться с избытком соли, что приведет к лихорадке и, возможно, к смерти. Также нельзя забывать о еде. Без пропитания Боб продержится около 4 недель. Но раздобыть пищу стоит уже сейчас. На острове полно. Здесь он хотя бы тут выживет к концу видосика. Он может быть ядовитым. Лучше понаблюдать, чем питаются птицы и животные, и только после этого переходить к еде. Еще можно подкрепиться жуками, ведь они богаты белком. Хотя жуки тоже могут оказаться ядовитыми. Смотри, на горизонте есть корабль. К сожалению, докричаться до него невозможно. Звуковая волна полностью потухнет через 2 километра. Куда заметнее будет сигнальный костер на берегу. Хотя и то, и другое, скорее всего, привлечет к Бобу хищных зверей. Ладно, Боб, в следующий отпуск классно. Ты поедешь в Крым. Договорились? В Крым! Классно! Бедный Боб! Еще хотим порекомендовать вам игровой канал LDK. Почему? За что? Почему Боб в каждом ролике попадает в такие ситуации? Почему автор не сделает ему поблажку? Даст ему реально отдохнуть? Необитаемый остров! Блин, не знаю, я кайфую с этих видосов, они реально крутые. То есть, реально, конечно, я не знаю, мне эта информация, в принципе, я надеюсь, никогда не пригодится. Потому что не собираюсь идти на необитаемый остров, да? Но это все равно прикольно, то есть, как говорится, кто знает, тот вооружен. Как-то по-другому это, конечно, фраза звучит, но все же. По сути, все равно знаний лишними не бывает, фактически. Особенно какие-то знания прикладные, которые... могут понадобиться. Меня на заднем фоне звонят. Слышите? Я слышу. Ладно, ребятки, не забывайте подписаться на Боба, подписаться на мой канал, подписаться на мою группу ВКонтакте, на мою личную страничку ВКонтакте и... там... просто лайки ставить, комменты оставлять на канал, подписаться опять же. Всем удачки, всем пока-пока.